Здравствуйте, друзья! Наступает очень напряженный момент в марте, практически судьбоносный, от него зависит очень многое. Поэтому я решил остановиться на нем поподробнее и вместе с вами пообозревать, что вообще происходит и как я к этому пришел. А сначала минутка рекламы. Сегодня я хочу вам рассказать о канале Velrusbet «Ставки на спорт». Чем примечателен данный канал? В отличие от многих других каналов, здесь вы не найдете никаких реферальных ссылок, по которым вас будут заманивать, где вы должны регистрироваться, и с ваших проигрышей люди будут получать деньги. Здесь ничего такого нет. В основном на канале ставки на хоккей, но лично я сегодня пролистывал, встречал и футбол тоже. В чем еще фишка? Что каждый прогноз досконально описывается. Нет такого, что мы ставим сюда просто так, потому что я так решил. Буквально каждый прогноз описывается очень и очень подробно. Ну, вот видите, в основном хоккей. Ну, где-то футбол я здесь видел. И что еще? Да, безусловно, здесь есть платные прогнозы, но есть и бесплатные тоже. А что касается платных, то все они только на послеоплату. Вам не нужно ничего платить заранее. В этом тоже большой плюс. Поэтому вас никто не наебет. Главное, чтобы вы сами не наебывали. И вот еще видите, что минусы канал не скрывает. Все они как на ладони. Безусловно, без минусов ставки невозможны. Так что подписывайтесь на канал Velrusbet «Ставки на спорт». Ссылку вы найдете в описании и в первом комментарии. Итак, март начался достаточно хорошо. Я был в плюсе практически на 70 тысяч. 6 дней было подряд, когда я оставался с балансом. Был близок очень к Кузе, но снова в последний момент она от меня ускользнула. И потом был очень неудачный период, когда я несколько дней сливался. Вы все это прекрасно знаете, если читаете мой телеграм-канал или хотя бы даже группу ВКонтакте. И на то и на другое подписывайтесь, ссылки в описании. А потом... Меня вдруг осенило. Я понял, что именно сейчас я настроен пойти на риск. Чем опять ждать 2 дня и брать из НС десятку? И с этой десятки начинать, ставить по чуть-чуть. Я решил взять победу Медведева в турнире Indian Wells на все, что мне удастся раздобыть. Я понимал, что на следующий день уже, скорее всего, коэффициент будет меньше, поэтому мне нужно было добыть деньги именно в тот день, до 10 вечера, когда Indian Wells начинался, когда эти ставки еще принимались, давали коэффициент 2.55 изначально. Потому что, естественно, хранитель ни под каким условием не выдал бы, даже 5000, правило есть правило, и абсолютно правильно это. Поэтому я, как сегодня я читал рассказ об одном участнике Великой Отечественной войны, который сам принял решение. Я вспомнил, что я читал. Это как раз про Херсон дело. Речь шла, когда он принял решение внезапно, так сказать, отвоевать Херсон обратно и принял решение идти ночью через Днепр замерзший, вопреки тому, что начальство ему не давало такого распоряжения. То есть он ослушался начальства и внезапно наши окружили немцев, и это стало для них полной неожиданностью. Впоследствии ему присвоили звание Героя СССР. Хотя если операция провалилась, там и до трибунала было бы недалеко. И, возможно, расстреляли бы его. Вот и здесь я, уж извините за такую аналогию, конечно, не бросайте мне камни, абсолютно всю ответственность взял на себя. Отклонился от правил и решил, что именно сейчас тот самый момент, когда нужно идти на это. Я написал нескольким людям, в одном я вообще не сомневался, я четко все разложил по полочкам, объяснил,
что да как, зачем это все нужно. Сказал, что это для одиночной ставки на Медведева. Сразу как пройдет, я тебе верну. Естественно, разложил это под таким соусом, что не пройти да не может. И он мне попросил у него, может быть, даже 15-20 тысяч. Но нет, он ограничился 10, столько он мне обычно и дает. Он мне моментально перевел минут через 10. Окей, нормально, но что это? Ждать неделю, чтобы выиграть 15 тысяч сверху? Мало. Я стал писать другим людям, прекрасно осознавая все риски, прекрасно осознавая, что если что-то не зайдет, ну, понятно, чего, а не чего-то, то это нужно будет долго и мучительно отдавать. Тем не менее, я на это пошел. Написал человеку, который занимал у меня 100 тысяч прошлым летом, которому я месяца за 3 их вернул. Мы с ним точно так же все обговорили. Я сразу принял решение, что никаких тут, никакого баловства не будет, я не буду добавлять никакие довески из настолки и прочей хуеты. Я принял решение ставить точно один арт, тем более сумму уже располагал. Он мне отправил 36 тысяч сначала. И сказал, что может добавить еще, но уже завтра. Я сказал, что завтра, наверное, будет уже не актуально. Коэффициент, наверное, уже упадет после серии матчей на Индиан Уэллс. В том числе после матча Медведева. А, нет, это дом матч с Ивашкой было. И я говорю, ну ладно, хорошо. Давай пока на 36 оставим. Под 15% он мне их дал, если кому интересно. Как и тогда, это его стандартный такой тариф. Ну и все, я же стал ждать завтрашний день. А на завтрашний день вышло так, что коэффициент не сильно-то и уменьшился. 2,21 он был. Я думал, что он там меньше двойки совсем станет, но нет. Приемлемый у меня был коэффициент, причем я даже что-то принялся по другим конторам смотреть. Может быть, в этом, в Зените еще есть, может, там было бы больше. Ну, принялся, расплата за лень, так сказать. Может, где-то и было больше. В фоне наверняка было больше, но в фоне я порезан. Он какое-то время потратил. Спасибо ему большое за терпение, за упорство. Он отправил мне еще 74 тысячи. Причем отправил с учетом того, что ему два раза блокировали карту Сбербанка. Тем не менее, он добивался того, что ему звонили, разблокировали ее, и все становилось нормально. Тем не менее, за полчаса он мне все это отправил, за что ему честь и хвала. И я добавил эти 74 тысячи также на Медведя уже за 2,21. Вот такой я рисковый чувак. Позже мне написал мой донатор и сказал, что основной, который в последнее время как раз вот очень немалую сумму не кидает, сказал, что, слушай, есть предложение, ты как бы поспоришь не с букмекерской конторой, а со мной и моим другом, который тоже очень нехилые суммы ставит. Мы у тебя как бы примем эту ставку как будто бы за больший коэффициент. Не за 2,5, как ты поставил, за 4. Если ты мне отправишь 36 тысяч, то если Медведев выиграет, мы тебе отправим 140 тысяч обратно. Ну, я подумал, подумал, потом начал там немножко поломался, сказал, ну, сейчас уже за 34 только дают продать. Может, не надо. Ну, в конце концов, я действительно подумал, а почему нет? Сейчас вороны будут крутить пальцем виска, говорить, ну ты идиот, ну ты дебил. Да он просто все проиграл, он хочет отыграться, именно поэтому он взял у тебя эти деньги и сейчас на них будет подниматься. Ну ты и дебил, тебя просто разводят как лоха. Нет, друзья, сейчас я вам опубликую некоторые скрины тех ставок, которые он скинет, которые он ставил, ну если он не против. Если против, я не буду скидывать. Сейчас, в зависимости от этого, увидите на экране, появятся они или нет. Вот такие вот экспрессы у него заходили. Он ставит в основном экспрессы, для него эти деньги так, как баловство, поиграться немножко. Кроме ставок есть другие источники, о которых я вам, естественно, рассказывать не буду. А это так, как я уже сказал, баловство. Поэтому вот выигрывает трехзначные суммы, скидывает мне двузначные иногда. Ему не жалко, видит во мне потенциал и правильно делает.
Вот. И почему я понял, что надо так сделать? Ну, у нас был уже похожий случай, который, если вы внимательно читали отчеты, вы его могли знать. Он просил меня как-то двадцатку до утра. Казалось бы, странно, что за прикол? Ставить такие суммы, просить двадцатку. Я перевел, да, тогда там вышли некоторые задержки. Он появился. Сначала направил мне десятку обратно. На следующий день, только не утром, а вечером. Потом десятку еще обратно я ему отослал. Нужно было там что-то срочно купить. Какой-то заказ сделать срочно. Но в итоге, да, это затянулось на пару-тройку дней. У меня уже там некоторые волнения начались. С другой стороны, я себе говорил, ну а что? Даже если что-то там не так пошло, в конце концов он тебе задонатил там в 5 или в 10 раз больше. Сильно не расстраиваюсь, я сильно не расстраивался. Но он и появился тогда все равно. И мало того, что двадцатку у меня в итоге обратно кинул, так еще и потом в тот же день десятку сдонатил. После этого уже еще тридцатку сдонатил. Не переживайте, все там нормально. И с этим человеком мы работаем. Сейчас вы будете смеяться, словом работаем. Ну да, работаем. Не сейчас даже. У нас с ним переписка еще в прошлом году есть, когда еще он там пару раз подкидывал десятки, но так еще тогда только мы начинали. Потом пару месяцев мы не контактировали, не знаю уж там, что было, что он в этот момент думал, что я в этот момент думал. Ну вот, потом он вернулся, и сейчас мы снова силой стали сотрудничать. Так что у меня сомнений абсолютно никаких в этом нет, что все это будет сделано абсолютно четко. Главное, чтобы Медведев выиграл. Он, в свою очередь, считает, что выиграет Алькарас. И эти 36 тысяч он поставил, 34 точнее, он поставил на Алькараса. Ну, естественно, и за меня будет тоже болеть. Для него эти 36 тысяч копейки. Ну, да, вы скажете, почему он просто не мог поставить 36 тысяч и все? Зачем с тебя требует, чтобы ты ему прислал? Ну, потому что вот пари такое. Действительно, чтобы я заключал пари как бы не с букмекером, а с ним. Иначе, ну в чем смысл? Так интереснее будет. Может быть, он создаст даже канал свой, будет это пари там описывать. Он над этим думал несколько дней уже. Я все спрашиваю, спрашиваю, он что-то никак не созреет. Вроде он как есть уже канал, но он не займется никак контентом. Так бы это пари там уже освещалось. Ну, естественно, так интереснее просто. Ну и вообще, что наша жизнь? Игра. Поэтому просто так тупо кидать деньги же неинтересно. Вот в одном случае он кидает мне донаты за то, что я активно болею за матчи. А сейчас вот у нас такая совместная интрига, совместный спор получился. Медведев против Алькараса. Посмотрим, они могут вполне встретиться в финале. Так что не волнуйтесь, эти 36 тысяч я не в трубу выкинул, я их более грамотно инвестировал. Лучше поставить на КФ4, чем на КФ2, правильно? Согласны? Ну, есть еще много чего, чего я вам рассказать не могу в данный момент и не буду. Поэтому, поверьте, все нормально. Мы с вами идем на риск. Оправдается он или нет, мы узнаем в течение этой недели. Спасибо за просмотр. До свидания.